Ах, что такое движется там по реке? Белым дымом играет и блещет металлом на солнце. Что такое слышится там вдалеке? Эти звуки истомой знакомой навстречу летят. Ах, не солгай, предчувствия мне, там не глазами солгай. То, что я видел когда-то во сне, гости навстречу ведет пароход. В конце февраля основатель и художественный руководитель театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий отмечал свой 80-летний юбилей. Отмечал по-особенному, без пышных здравиц и пафоса. Крутится, вертится над головой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, правая башня хочет упасть. На основе будущей премьеры, которая состоится в конце марта, был подготовлен концерт. Билеты в этот день не продавались, вход был свободный. Гостями юбиляра стали постоянные зрители и друзья театра. Небольшой зрительный зал с трудом вместил всех желающих. Вы знаете, субботу я знаю уже с 1978 года, постоянно хожу сюда. Ну и для меня это, в общем-то, это дом родной, это мои друзья. Бледные девушки, они что? Спрятались в траву. Руки, как травы, бледны и нежны. Ветер колышет их влево. И... Ты что такое говоришь? Это тебя колышет. Это мои влево дети, и тебя колышет, ага. Ты нынче не в форме. Это ты не в форме. Так не надо. Вот тебе 4 рубля. Бледные девушки, стих, часть вторая. Не уходи, еще не спела столько песен, еще знаменитого гитара. Театр «Суббота» родился еще в советское время, в начале 80-х. И тогда был своеобразным клубом творческой, влюбленной в искусство сцены молодежи. Актерскому мастерству они тогда учились в студии театра. Сегодня это уже профессиональный театр с дипломированными актерами и со своей личной историей, имеющей особую концепцию, которую нетрудно заметить, однажды попав в этот дом. Профессор преподает, пишет книжки, воспитывает детей. Я просто не могу поверить, что ему сегодня исполняется 80 лет. Театр «Суббота», он родился на улицах. И мы несем, сейчас уже профессиональные артисты несут вот это вот, понимаете ли, дух улицы. Нищенскую зарплату получают артисты. Просто потому, что они не жалуются, потому что для них артистическое пребывание, оно дороже, чем разговоры о нищенской зарплате.